Всем добрый день, всем здрасте. Ну, я думаю, что Дед Мороз все-таки уже сам напрашивается. Уже напрашивается сам пойти на мясо в кастрюлю. Вчера в первый раз он уже начал кидаться. Абсолютно он спокойно, адекватно себя ведет до того, как вон уточка его что-нибудь ему не это самое, не скажет. Что-нибудь, пока она ему не напоет. Я ее не трогаю, мимо прохожу, так она делает свою прическу. Ирокез дыбом, далеко я от нее бываю. И тут же этот дурак прибегает. Все. Вот она вот стоит, а этот тут. Сейчас, если шаг сделаю, он за мной бросится. Я его потом выловлю, побью по этой тупой башке, понадаю ему, отпущу. Тогда он вообще звереет. Тогда он просто звереет. Приходится отлавливать его снова, потому что он каждый раз, делаю я шаг к нему, он убегает. А только я повернусь к нему спиной, трус такой, он нападает. И потом я его, значит, опять вылавливаю его, сажусь, я уже с ним разговариваю, поговорю, он уже все, его отпускает. Он опять шелковый, ласковый. Вон уточка пошла. Смотрите, он туда, за ней. Вот. И вот о чем я, значит, он приходит в себя, становится адекватным. Но только вот это вот, смотрите. Вот смотрите. Злая на всех. Я так думаю, что она хочет занестись, но я ей не оставляю места. Места нету. Везде, где увижу соломинку, сено, я убираю все. Потому что мне не нужно от нее потомство. В январе месяце все равно все яйца пропадут, вся кладка пропадет. Мы это уже проходили. Вон она его опять травит. Вон, посмотрите. Травит его. И как ни в чем не бывало, она там сама стоит. Дед Мороз, я не трогаю ее. Я объясняла тебе по-хорошему. Твое счастье, что я мяса твоего не хочу. Наелась уже. Иначе давным-давно бы ты уже полетел бы в кастрюлю. Бессовестная морда. Вот до чего мы докатились. Это одно. Второе. Кто-то ворует, значит... Яйца, курочки несутся. Я караулила их вчера. Яиц нет. То, что я там охраняла пару штук, я забрала. Остальных нету. Какая-то из них клюет и съедает все это добро, которое я жду. Из-за яиц я их держу, не убираю. И вот такая вот какая-то гадость, какой-то из них клюю, начал клевать яйца. Не знаю, кто. Перевернуто бывает все в гнезде. Кто это делает? Поймать бы и все. До вечера он точно не доживет. Вот, смотрите. Вот такая селезня травит на петуха. Вот, смотрите. Вот, видите, сама его боится. Вот. Видите? Вот. А болтус пошел. А потом получит по клюву и вернется. Погода сегодня солнечная.
растаяло все. Птичка радуется теплу. Вот такой у меня Дед Мороз. Кстати, насчет бойцовой курочки, ее пришлось мне убрать. У нее выпал яйцевод. Откормили мы их, конечно же. Куры зажирели. Я не планировала их оставлять на зиму. Вот, а потом думала, из-за этих домашних яиц оставила. А вот сейчас вот вот это вот проблема с моей любимой курочкой. Очень тяжело было видеть все это. На снегу увидела кровь, и что-то мне сразу понятно стало, что-то какая-то беда с одной из кур. Не смогла высадить я, которая из них пострадала. А потом смотрю, что-то поведение какое-то у нее другое. Отловила ее, смотрю, а там уже яйцевод выпал, одним словом, резко за эти... Отсадила я ее, конечно же, в другое место, и она начала худеть. Половину веса она за каких-то пару дней потеряла. Хотя и ела она немного, но и ела. Вот. Печальная новость. Самое ужасное, что в хозяйстве, знаете что, когда вот прикипаешь ты душой, разницы нету, курочка это или кто. А потом уже что-то случается, не дай Аллах. И хочешь ты, не хочешь ты, но приходится резать. И приходится это самим разделывать, потрошить. Вот это вот очень больно. А делать нечего. Никто не хочет в наше время зарезать, разделать и покушать курочку. Готовая, да. А так нет. Вот, убрала я всех бойцовых. Сделала вывод. Мясо бойцовых кур невкусное. Мясо полукровок с бойцовыми невкусное, так как вообще нету жира. Жира нет вообще. Мясо какое-то, одним словом, бульон нежирный. Сделала вывод, что мне бойцовская порода, она просто больше в хозяйстве не нужна. Голос мой слышат, и все тут с ума сходят. Так, всем пока. Вот, Петюня с вами прощается. Всем добра, до свидания.